Ребята, большое спасибо за поздравления. Вас нереально много, я обязательно всем отвечу. Но самым лучшим подарком будет, если вы зайдете на мою страницу ВКонтакте ровно в 2 часа. У меня выходит сегодня новый трек. Максимальный репост, лайк, подписка. Все, мы прилетели в дом Дедова, вся команда 140 PM, Реймин здесь, Реймин, вот он, все. Приносите бухло в 16 тонн, пожалуйста. Я не пью. Не одних сегодня. Друзья, вот мы подходим к клубу 16 тонн. Как вы видите, на презентацию пришло достаточно много человек. Фанаты 140 BPM Cup. Че, ребят, запускают уже, да? Че, Мариночка, как тебе Москва? Я потеряла паспорт. Да я его нашла! Понятно. Вот тут люди, ну, вроде такие же, как и в Питере, русские. Русские. Этот ретвитнул. Да. Люблю травку. Хорош. Друзья, у нас срочное сообщение. На концерте не сможет выступить Дима Шум. Мы просто по пути его потеряли в самолете, в багаже. Мы просто его не взяли. И вот напишите вот в этот аккаунт. Шум, приди. Стоят, ребят. Почему бы не для разгона, почему бы, блядь, нет? Да. Почему бы не объебаться с скоростью? Вот, да ну нахуй. Мне кажется, скорости надо употреблять чисто перед концертом. Бенга, бенга. Я сказал несколько раз, но я говорил не о скорости, а вот о чем мы до этого говорили. Если мы тебя затмили. Все. Такое бывает часто, братан. Да, это нормально. Вообще обижаться — это нормальная телега, это всегда. Это про меня по-любому читал, типа, хоть и любого тучитки, конечно, не космос, типа. Одно хотя бы. Это должно быть от себя. Да, реально, должен стараться, бро. Ты же, блядь, сам по себе рэпер, какого хуя? Ты должен быть крутым чуваком, сам по себе, получать это удовольствие. Спасибо. Ребята, вот это гримерка, вот это я понимаю стильно. И тут, блядь, утюг. А кстати, если я буду выступать как артист, вот так поставлю ногу на монитор. Можно? Хорошо, ты пришел вовремя, я уже снял про это историю. Гримерочки для пацанов. А ты точно продюсер? Да, детка. Раздевайся. Зарабатывай на Rocks Casino и получай гарантированно быстрые выплаты. Только здесь лицензионные слоты и огромный бонус на первый депозит 100 тысяч рублей. Оперативная поддержка 24 часа в сутки. Теперь это идеальное казино, посетив которое можно не только замечательно развлечься, но и выиграть крупную денежную сумму. Скорее приступай к лучшим игровым автоматам и наслаждайтесь высоким качеством сервиса. Ссылка в описании. Школа флекса прямо здесь, прямо в гримерке 16 тонн. Сука, где мой доп? Сука, где мой доп? Не, чувак, так не делаю.
Я постигаю школу флекса. Не растеряй. Сельский флекс. Сельский флекс. Это сельский флекс. Никитос. Чуваки пообещали посиять вам на лица. Поехали. Быстрее. Твое время заканчивается. МС, представься. Поехали. Диджей слева, представься. Я диджей слева. Успел? Да. Справа представься. Эдик Коготь. Попрошу руками меня не трогать. Оу, а теперь 5 секунд на роспись. Блять. 3. Да не, 2. Ты слышишь, Дигани, сколько там? Представься. Поехали. И поцелуйчик. А диктатор на сисе. Ну, вы поняли. UAV. Историческая хуйня. МС слева, представься. Йо-йо, Пизжака, всем салют, Мурманск, 5-1, склад. Погнали. Времени на роспись. 3, 5, 1, 2, Джекаджо. Вот этот человек отвечает за весь звук на всех проектах. Погнали! Вот, видно, человек умеет писать, ёпта, на футболках. Жирно! Субтитры сделал DimaTorzok.
Кислочный баланс. Вот. Мне сыр чупит. А, чуть-чуть и был еще. Мы кушаем хачапури. Это Дима Шум, сука, ИКБ. Спасибо за подгон. И Москва, это было так круто. Спасибо за охуенную отдачу. Еще не раз сюда вернусь. Любовь. Спасибо, я перестаю дышать, звуки на минимум, чтобы не мешать. Это твой подряд, и не мешать. Это Молдова, они со мной, Молдова, здесь. Ты просто первый мент. Малый пас. Пропал за краем. Свет забегает из окна, глаза подали тому, ты как во сне, никому не говори. Ей! Так вышло, что ты остался. Бля, на мужчину. 16 лет и паре победу загадал. Поставь так, йоу! Загадание было многовато, муза, которое я наваливал и загадал. Как стать, оу! На тебе на заводе работать. Кэмерон, кэмерон в стиле, да? Кэмерон, иди на битах, кругой строки на тебе, я по пути накидал. Две кабеки, приходу-то на битах, но давай я тебе покажу, что такое грайм. Ты же, чтобы на них батл, хотя мне, видимо, надо говорить правду. Но надо не больно, береги ты плачешь. Чё? У меня сегодня нюха, это Лера. Она офигенная. Физических причин, слишком пьяные в ночи. Нам не подобрать ключи. Ты на вас, это день бой, на меня ты не пали. Вроде были же легенды, тему трудно повалить. Но по треку ты попутал говорить. Тебе до пика далеко, бить меня молит. Я словно оливы, охуенная. Если смел, не волнуйся за меня, малый да здравствуй!